Основная причина, по которой водители ставят машины на газоны, это нехватка во дворах мест для парковки. Однако даже в рабочее время и при наличии свободных мест есть нарушители. Для них такая практика вошла уже в привычку. Лужи и грязь вместо зеленых газонов – частое явление не только в Трехгорке. На эту проблему жалуются жители и других населенных районов, таких как Власиха и поселок Мнеисок. Рейды по выявлению нарушителей проводятся ежедневно. Сегодня мы проводим рейд по всему Одинцовскому району. Не только здесь выявляются автомобили, и на лобовое стекло размещается вот такой плакатик: «Не паркуйся на газонах». И здесь информация как раз, какой штраф грозит за парковку. Для физических лиц штраф за неправильную парковку составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных – от 10 до 50 тысяч, а для юридических – от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастает. Однако штрафы не помогают решить проблему с нехваткой парковочных мест. С парковками всегда сложно, не только в Одинцово. То есть порой приходится там по 3-4 раза делать. Ну, в общем-то, у нас в округе здесь так, более-менее, приходится искать, но ставим машины. Практически вообще нету никаких, мало места вообще. Ну, сколько у вас, вам требуется времени, чтобы найти парковочное место? Минут 15-20. А потом все-таки находите? Находим, вот, припарковываемся как-нибудь. В ходе рейда было выявлено 24 нарушителя. В течение 2 недель им придет письмо с фотографией, фиксирующей нарушения, а также квитанция на оплату штрафа. Но это еще небольшая цена. Чтобы найти свободное место, водители тратят от 10 до 20 минут своего времени. А чтобы восстановить газоны, потребуется несколько месяцев, а то и лет. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».